И всем привет, ребята, вот и наша новая серия по Battle Royale. И давно что-то у нас не было ни одного видосика про какие-либо патроны. Так что сегодня отыграем самыми интересными и самыми прикольными, а именно с ядовитыми. И посмотрим, насколько эта штука мощная. Ну а вам, как обычно, всем приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и конечно же, не забывайте про подписку на канал, ведь нас уже почти 220 тысяч человек, за что вам просто огромное спасибо всем и каждому. Ну и также бонусом для тех, кому вообще не раз не трудно. Смотрите ролики через VPN. И это не призыв к действию, а моя маленькая личная просьба. Ну а мы начинаем, погнали. Новый сезон метро в самом разгаре, но катки совсем не идут, и ты уже устал сливать вещи одну за одной. Теперь это больше не проблема, ведь сайт FunPay подготовил для тебя огромный ассортимент различных оружий и всех видов брони. А самое главное, по максимально низким ценам. Так что тебе больше не придется переплачивать, покупая эти же вещи в других магазинах с огромными наценками. А еще тут созданы все условия для максимально простой и безопасной покупки. Так что скорее залетай и вооружайся. Ссылочка, как обычно, в описании. Ну а мы продолжаем. Сейчас, наверное, быстренько прям чекнем, где первый паренечек, и будем на босса залетать. И первый паренечек, походу, решил совсем в другую сторону идти. И вот что бы я без них делал? А это на боссике? Огонь? Серьезно? Он просто забил болт и решил побежать сразу? Типа даже ботов не убил. По-моему, это он сейчас зря сделал. Так, голова есть. Готов. А вот нефиг было с собой целую ораву ботов тащить сюда. Да он, походу, меня тупо даже не услышал. И, кстати, на ближайших кемпах уже кто-то воюет. Я просто не знаю, то ли сразу на босса залететь, то ли подождать чуть-чуть. Типа, по-любому же кто-то да должен подойти. Хотя... может, и успеем. Хотя, ладно. Наверное, не успеем. На крайняк босса отложим. И все-таки сами туда сбегаем. И чекнем, что там происходит. О, МКХа. Просто есть шанс того, что у парней там был замес. И последний, кто там выиграл, с кучей лута стоит. А мне просто надо подойти и забрать последнего. Даже так? Их еще и двое тут оказывается. Ладно, один-то в упоре у нас. Серьезно? Он даже меня не слышал. И красненький. А парень-то шарит? Почти 300 ядовитых патронов. Не, я просто думал, я один такой отбитый, кто на ядовитых играет. А нет, попадаются время от времени еще такие же. О, а вот и второй. И тоже готов. И если я не ошибаюсь, это сейчас была четверка или пятерка, но с шестым шлемом на голове. Как раз, теперь сейчас можно облутать его и спокойно уже идти на босса. И он еще и красный. Я же сказал, что он с шестым шлемом на голове. Не, ну все, тогда точно, уже не зря сюда вышел. Шестая топ-броня на топ-обвесе. И еще бонусом два шестых шлема и МКХа, под которую места нету. Поэтому погнали. Причем, как ни странно, тут никого нету. Хотя в начале боя появился вор, которого уже успешно забрали. Идеально все в голову. Серьезно, ему все еще мало? Капец, он бронированный. А по итогу фиолетовым выпал. Хотя вывез несколько магазинов и чисто в голову.
Серьезно? Я не могу перепрыгнуть окошко? Опачки! А это, походу, и тот самый парень, ну, который вора забрал. Фиолетовый. 2 процессора. Я же сказал, что тут есть кто-то, кто забрал вора. И на тебе. Не, ну все, тогда точно дальше идем. Погнали. А в магазине-то у нас уже есть кто-то, оказывается. И вот опять. Типа, просто 25-я минута боя. По-любому там парень тупо бегает и лутается. Даже бота с улицы забрал. Ну ладно, осталось только понять, где именно он это делает. Понял, второй этаж. А вот так. Вы сейчас прикалываетесь? Фуловая шестерка. С кучей лута. С остальным авиком на плече. Бегает, лутает здание. Вот что-то мне подсказывает, что пора, наверное, сходить до выхода. Просто строчка касок. И 6-я стальная бронька. Это по-любому, мне кажется, сейвить надо. Поэтому погнали. И лучше перезайдем заново. Ну вот. Вот это уже другое дело. И можно сказать, что мы вообще ничего не потеряли. Бой начинается ровно там же, где закончился прошлый. Только с обновленным количеством людей. О, и сразу первый парень бежит. Он типа меня заметил. Да? Походу он меня заметил и просто сел за камень. Вопрос. И что теперь делать? Типа, рашить идти, я сам себя подставлю. А ждать сидеть, он может вообще там минут 5 сидеть. Да. Такая себе ситуация. Хотя точка респа классная. Даже так. Еще и агрессирует. Готов. Только сначала, наверное, быстренько чекнем магазин. А потом уже пойдем его лутать. Мне же сейчас это не кажется. Капец. Один в магазине, а второй заходит в магазин. Так, первый готов. Еще и голый. Походу, не зря я решил в магазин сразу идти. Чудо же ящики открыть успели. Готов. И я так понимаю, он до последнего не хотел, чтоб я его спалил. Чисто на картах такой помчал. Так, надо у следующего глянуть, что там. Просто как бы он красный, а кроме бронежилета и сумки, по-моему, на нем ничего не было. И слиток золота, конечно же, купили. С учетом того, что я появился здесь же, но меня уже опередили. О, бронежилет. И еще куча патронов. О, так получше будет. И, кстати, броня на топ-обвесе. То есть у него на топ-обвес нашлись деньги. Но на хотя бы 4-ю или 5-ю каску денег не было.
Еще один. Вы серьезно? С каких таких пор? Это настолько людная точка. Да, походу мне сегодня не светит, что я залутаю спокойный ящик и пойду куда-нибудь на школу или на второго босса. По-моему, после этого момента он вообще вряд ли уже оттуда выпилится. Так что, может быть, попробовать обойти его? Кстати, хорошая идея. Погнали. Которая чё-то как-то не очень по плану пошла. Я не знаю, как так произошло, но он только что куда-то исчез. Специально до камеры бежал, а его там нету. Это типа сейчас он был? А, нет, он топает за забором. А вот это нехорошо. Как бы третьего типочка в замес мне вообще сейчас не хватало. Так, живем. Хотя было близко. Серьезно, еще и молотов кинул. Он издевается. Не, надо еще раз обходить. Чё-то как-то не очень все по плану идет. И он, походу, тоже решил этим заняться. Ладно, понял. Это изначально, походу, был плохой план. Ну все, заходим заново. И даже ядовитые патроны мне не особо помогли. Погнали. Игра типа прикалывается надо мной. Я опять появился ровно там же, где, по сути, закончился прошлый бой. Только в этот раз, наверное, сразу на школу побежим, а не на какой-нибудь магазинчик. Чё-то мне не очень отъезжать понравилось. К тому же на школе уже кто-то есть. И я так понимаю, сразу побежит на босса. Ну, куда ж без ботинка? У него второй магазин пошел. Готов. Идеальный тайминг. Он только открывает босса и тут же падает. Не, вот если вот такие заходы на босса, то я тогда доволен буду. А вот и следующий. Так, готов. Чего? Ну откуда там взялся? Капец, еще и залутал его. Такое себе. Типа он там голый был. Это по мне сейчас? Прям очень рядом патроны пролетели. Ага. Рашид побежал. Ладно, значит, встретим сейчас. Чего? Он через пол решил залезть? Я обратно побежал. И срочно добить. Гадов. Чё-то как-то не очень у него план сработал с зарашиванием. О, и походу тот парнишка из-за камня решил тоже пойти сюда. Надеюсь, он сейчас это не ожидает. Готов. Не, все-таки, кто бы что ни говорил, но ядовитые патроны — это дико крутая штука. А мне кажется, в моменте сейчас просто взял и растерялся.
Чего? Мне же не показалось сейчас это. Тут где-то кто-то топнул. И если первый раз мне могло показаться, только что я это слышал еще раз. Типа, не может же быть такое, что пока я был в том здании, сюда кто-то прибежал. Вопрос. И чё я тогда слышал? О, еще один бежит. Вы еще прикалываетесь? Сколько тут еще людей будет? Блин, я думал, около того босса постоянно замесы и куча народу. Да не, нифига. Здесь оказывается то же самое. А вот походу и по тому парнишке босс работал. Вопрос. Куда он стреляет? Серьезно? Но он аккуратно подползти решил. Все, не ползет больше. И на этом моменте, наверное, будем отсюда потихонечку куда-нибудь сваливать. Но реально сверх долго мы тут сидим. Все, снайпер готов. Хотя в этой катке он нереально сильно мне помог. Оу, так он его не залутал даже. Он походу только подбежал. И сзади люди. Понял. И спереди люди. Я же говорю, надо отсюда сваливать. Чего еще и на теплаке? Хотя понятно, он же голый был. По-любому ему надо как можно быстрее набрать стоимость. О, а вот и парень. Зачем он вниз побежал? Капец. Я просто думал, он сейчас наверх побежит. И на тебе. Но он вниз трефанулся. А у меня у одного этот баг, что я с огромного расстояния смотрю на него и слышу, как он там энергетики пьет. Понял, принял. Идем догонять. По-любому у него что-то ценное есть, что он вот так вот сваливает. Погнали. Вопрос. Ну и куда он только что делся? Я в моменте четко видел, что он именно сюда побежал. И все, его нету. А еще очень сильно извиняюсь за этот посторонний шум. Я просто сейчас покажу, что у меня за окном происходит. Просто мужики выбрали идеальное время, чтобы попилить ветки. И именно под моим балконом. Так что еще раз извиняюсь, а мы продолжаем. И вот где мне его искать? Даже так? Походу до меня начинает доходить. Почему он сваливал? Так, живем. Понял, не живем. Готов. Он еще и того парнишку забрать успел. Ой, сорян. Не, ну этот звук бензопилы дичайше напрягает. Просто шикарный момент, чтобы пилить ветки. Так, тут у нас. Ага. Понял, принял. Либо с него ему ничего не выпало, либо там по-любому что-то ценное, и он не зря сейчас горит красным. Оу. Так он раздел его.
Да? Ищи обвесы в комплекте. Потому что именно тот парнишка-то и был в кобра-бронежилете. И здрасте. Теперь это кобра у меня. Не, ну все, теперь точно можно спокойно идти дальше. Поехали. Нам тут получается осталось забрать маленьких покупных боссиков и большого покупного босса. И наконец-то можно идти к выходу. А то я походу вас запарил уже вот этим жужжанием. Так, ща глянем, что у нас там по дропу. Но вряд ли что-то ценное. Синий. Синий. И тот по-любому тоже синий. О чем и речь. В начале сезона все круто и классно. Чем ближе к концу сезона, тем хуже лут. Ладно, помчали за вторым. Я, конечно, не эксперт. И просто бежал на босса. Но здрасте, у нас в магазине кто-то стреляет с аука. Вот отвечаю, я слышал, как тут кто-то стрельнул. Ага, снизу он. Просто как бы на секундочку, до конца боя чуть больше 10 минут осталось. Ящичек открывал, стоял. Блин, наверное, надо было стороной его пройти. Я просто подумал, что как в прошлой катке будет. Зайдешь, тут половая шестерка с кучей лута. А тут полубомжик. Да, не очень хорошо получилось. Но знай, если ты это смотришь, мужик, я не специально. Ну а так, наверное, даже на второго босса забьем и просто пойдем к выходу. Погнали. Ну что, ребят, до точки сохраняется уже буквально прям считанные метры. И это означает лишь одно, что, к сожалению, но данная серия на этом моменте и будет заканчиваться. И поэтому всем тем, кто досмотрел до конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписочку на канал, чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся, как обычно, завтра. Всех обнял, пока.